6 художников-графитчиков уже подали заявки на участие в конкурсе «Город в красках». Об этом сообщает мэрия Петропавловска. Там напомнили, что по условиям конкурса у графитчиков, предложивших лучшие эскизы, будет возможность реализовать свое творчество на стенах выделенных зданий и строений городского округа. Среди претендентов на звание арт-объекта – это арка на Циолковского, 25, трансформаторные будки на Мишенной и Никольской сопках, а также подпорная стенка рядом с магазином «Старт». Добавим, что прием заявок на участие в конкурсе «Город в красках» продолжится до 1 августа. Далее конкурсная комиссия рассмотрит работы и определит лучшие. И уже 9 числа финалисты приступят к созданию граффити. Авторы работ, которые займут призовые места, будут торжественно награждены в рамках празднования Дня города. За дополнительной информацией о конкурсе можно обращаться по телефону 303-100.